Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. 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 Да, начнем. 14-я лекция. Проектирование двухбитного сумматора. Двухбитный сумматор — это устройство, которое вычисляет сумму двухзначных двоичных чисел, выдавая в качестве ответа трехзначные двоичные числа. Например, двоичный 1,0 плюс 1,1 двоичный. Результат выходит 1,0,1. То есть обычно это 2 плюс 3 равно 5. Обычный. Для создания функциональной схемы двухбитного сумматора мы сначала построим полубитный сумматор, предназначенный для сложения двух двоичных цифр. Ответ при этом представляется двухзначным двоичным числом. Например, 1 плюс 1
равно 10 двоичных. Теперь рассмотрим сначала, мы же говорили только что, полубитную сумматрию, который цифру складывает цифру, и получится двухзначный результат. Пусть x и y обозначают двоичные цифры, здравствуйте, Фатима. Которые представляют сложить а, у и в двоичные цифры суммы, получающиеся на выходе сумматора, как показано на рисунке 9.17. То есть сюда поступает x и y. Результат выходит u/v. Да, u/v выходит. Это ящик называется полубитный сумматор. Но внутри что содержится, сейчас будем рассматривать. Для этого сначала построим логики таблицы истинности, то есть таблица 9.14. Проясняет связь между вводимыми и выводимыми цифрами. Следовательно, u это x умноженное y, разряд переноса, а и v равно не x умноженное на y и дедукция x не y. Это называется сложение по модулю 2. Сложение по модулю 2. Теперь рассмотрим, таблица как заполняется. Сначала x и y мы даем 0, потом 0, 1, 1, 0, 1, 1. Это обычный цифр. 0, 1, 2, 3. 4 значения выходит. Теперь мы должны найти соответствующий в у и в значение по формулам у x умноженное на y, в x умноженное на y и объединение, то есть результат x не y умноженное. Давайте посмотрим сначала у посчитаем. У это x умноженное на y, 0 умноженное на 0, 0 выходит. Сейчас я отключу столицу. Дальше, чтобы определить 2, поставим следующую формулу, вот, не x. Это единица, нужно на y 0, объединение x 0, не y 1. Выходит в результате 0, объединение 0, опять 0 выходит. Следующая строка. X 0. Y1. У произведения 0, 1, 0 выходит. Теперь проверим. В не x1, y1. Объединение x0, не y1.
Здесь один, значит, ноль уровня. Уходит последний ноль уровня с первой произведения. Единица уходит. Единица, единица, ноль, это будет единица. Аналогичным образом находим третью строку, то есть x тогда одному равно и ноль уровня. Произведение опять будет равно нулю, то есть у ноль уровня. Проверим в не x 0 умножено на y 0, 0 выходит. Объединение, то есть дизунция, не и это x одному равно, y не y, тоже одному равно. Произведение 1, 1, 1 выходит. Таким образом, дизунция 0 на 1 выходит 1. Дальше последняя строка. X, Y оба равны одному. Произведение одному равно, у одному равно. Теперь проверим в. Не X 0 равно. Умноженное Y одному равно. Дизункция X одному равно. Не Y 0 равно. Выходит в результате 0 уходит. Вот таким образом мы заполнили таблица истинности. Дальше рассматривается задача. Проверьте, что функциональная схема, изображенная на рисунке 9.18, реализует полубитный сумматор. Полубитный сумматор. Решение. К одним данным элементов 3 и 4 являются разряд Пиренуса и сумма по модулю 2 соответственно. Смотрите предыдущую таблицу. Да, 15. Вот схема. Схема полубитного сумматора. Только что мы варежки посчитали. X, Y поступает, вот X. У кого определяется? X, Y произведение. Вот последний вот этот блок определяет третий У. А первый и второй блок определяет В. То есть здесь X отрицание. Значит, не X. Умножено на Y. И дизункция x теперь вот x отрицает и y отрицает не y. Результат поступает на 4, отсюда на выход. А у x y сразу поступает вот без отрицания, без ничего, на третий блок. И отсюда выход. Вот основная схема полубитного суматора. Вот таблица, только что я была. Смотрите, таблица 2, ай, 9.15. Вот логические элементы. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, по схеме. Первый, второй, третий, четвертый. Вот. Вот не x, y. Не x, y. В результате выходит x. Отрицание умножено на y. Второе. X не y. В результате выходит x не y. Вот тут выходит. И дальше третий. X, y. X, y. Выходит произведение x, y. Четвертый. То, что мы получили в результате первого, второго действия, объединяем с помощью дизункции. Мы получим формулу В, в начале которой показывал. А это есть формула У. Вот таким образом работает полубитный суматор. В результате два значения поступает,
И выход будет 2. От начала примера. Это 1 плюс 1 будет равно 1,0 на двоичном все они. Сядем на двоичном системе. Дальше двухбитный сумматор. Попробуем. Полубитный у нас есть. В уходе двухбитных сумматора получают два двухзначных двоичных числа, а на выходе показывается, то есть оказывается, трехзначное число равнее сумме вводимых чисел. То есть здесь АБА первое число, которое мы вводим, СДА второе число на двоичном. Вот в результате выходит трехзначное число. Иными словами, двухбитный сумматор складывает числа в двоичном системе счисления, например, 1,1 плюс 1,0. Результат будет 1,0,1. Обозначим через А и В цифры первого вводимого суммата числа, а через С и Д цифры второго вводимого числа. Это рисунок 9.19. Пусть Е, Е и Г цифры вычисляемые суммы. Е, Е, Г. Теперь этот сумматор как работает? Об этом рассмотрим сейчас. Далее мы могли бы, как в случае полубитного суммата, заполнить таблицу истинности цифр Е, Е и Г, считая их булевыми функциями от вводимых цифр. Упростить полученные выражения с помощью карты кардана. Ну, я карты кардана не покажу. И начертить функциональную схему. Однако мы поступим иначе. Используем полубитный сумматор в качестве блока функциональной схемы. Схема, представленная на рисунке 9.20, использует два полубитных сумматора для вычисления суммы, то есть А плюс С, В плюс Д. Сумма по модулю 2, то есть переменной в 2, дает нам цифру Г, складывая разряд переноса У2 с В1 с помощью третьего полубитного сумматора. Мы получаем двухзначное число с цифрами У3 и F. Наконец, последняя цифра суммы E может быть получена из У1 и У3 с помощью функционального элемента или. Или логика это дизъюнкция. Теперь рассмотрим задачу. Задача 2. Проверьте описание действия двухбитного сумматора на примере суммы
1,1 плюс 1,0 равно 101. Двоичный. Решение. Нам дано, что АВ, первый Владимирович, цифры 1,1. СД, вторые Владимирович цифры 1,0. То есть С1 до 0. Так как А плюс С, А плюс С, это равно 1 плюс 1, равно 1,0. То в 1 равно 1, в 1 равно 0 в этом случае. Ввиду того, что В плюс Д равно В одному равно Д нулю равно. Это равно 0,1. Нам нужно двухточечку. Поэтому пишется 0,1. Мы получаем У2 0 и В2 1. Откуда? Г равно 1. Г равно 1. Далее. Складывая У2 плюс В1, то есть У2 0 равно и В1 также 0 равно. У2 0, В1 0, оба 0. Значит, мы получим результат 0,0. Двухзначное число. То есть У3 равно нулю, значит F равно нулю. Наконец, У1 дизъюнкция У3 равно 1 дизъюнкция 0. Это равно 1. Что дает равенство Е равно 1. Таким образом, сумма 1,1 плюс на 1,0 будет равно 1,0,1. И как ожидалось это. Теперь схема двухбитного сумматора. Вот два полубитных сумматора мы рассматривали. Складываем следующим образом. Первая цифра А. Вторая цифра В складывается вторичный двухсложный полубитный сумматор. Первая цифра вторичного вводимой цифра числа вводится на сумматор 1, и Г остается в сумматоре, то есть в полубитном сумматоре 2. В результате выходит от первого В1, со второго полубитного сумматора 2, когда должно быть указано, У2, В2. То есть здесь однозначные цифры складываются, результат выходит двухзначные цифры на каждом сумматоре. И взяли здесь два полубитных сумматора. Разработанная функциональная схема двухбитного сумматора представлена на рисунке 9.21. Схема. Здесь полубитный сумматор первый, полубитный сумматор второй, полубитный сумматор третий и
знак дизъюнкции. Алимент. Как это работает, только что они описали каждое отдельности. А поступает полный сумматор и складывается полный сумматор. Выходит результат. Результат. И это последний цикл результата передается. Полуитный сумматор 3. Дальше. Второе варение В передается на второй полуитный сумматор. Д также. Результат Д последней цифры двухзначного. Это Г будет, а первостоящая цифра десятка передается в полубитный сумматор. 3. От полубитного сумматора, который поступающий, это здесь последняя цифра, здесь впереди стоящая цифра, суммируется, и в полученном результате последняя цифра берется за Е, а десятка передается на следующий. Это складывается от полубитного сумматора 1, который выходит у 1. И результат объединяется, и получим Е. Тут одна цифра получится, тоже объединяется. Здесь может быть 0, здесь 1. Здесь 0, здесь 1. Объединение будет одна цифра 1. Вот таким образом работает это построенный двухбитный сумматор с помощью трех полубитного сумматора и однобитный. Тут никакой отрицания ничего нет. Это схема функциональная. Задача 3. Проследите процесс сложения двоичных чисел 1,1 и 0,1 функциональной схемой из рисунка 9,21. Только что мы разбирали эту схему. Решение. Обозначим через U1 и U1 цифры, генерируемые полубитными сумматорами I, 3, I, 1, 2, 3. У нас 3 полубитные сумматоры, поэтому I равно 1, 2, 3. Так как A равно 1, V равно 1, С равно 0, вот у меня стоит 3, и D равно 1, то теперь по схеме, чтобы понятно было. А плюс С. А плюс С. То есть, который складывается в двух цифр, сначала десятки берется. 1, 0. А и С – это первый цифр, который стоит слева. А здесь складывается 1 плюс 0. Результат будет 0,1. Результат должен быть двухзначный. Поэтому у 1 0 равно и в 1 одному равно. Дальше складываем АЦ, складываем, определили у один в один. Д
Помните, у нас было U1, U1. Вот U1, U1 я определяю. Теперь оставшиеся двух цифры складываю и определяю U2, U2. Так, В плюс Д. В плюс Д. В результате складывания мы получим 10. 0 передается на Г. Единица передается на полубитную сумматор 3. А, я пропустил. Когда мы складывали АС, 0 передается вот на этот блок, единица передается на полубитный сумматор, только что мы АЦ прибавляли. Единица сюда передает, а 0 на этот блок передается. Таким образом, я определил здесь U1 и V1. А здесь складывая В и Г, определили U2, V2. То есть здесь U2 передается третий полубитный сумматор, а V2 передается на G. Дальше. V1 и U2 поступает на полубитный сумматор 3. Г определение от первого. Г равно нулю. Здесь буквально Г равно нулю. Так. Я определил, и вновь это Г равно нулю. Дальше мы рассматриваем, как работает полубитный сумматор 3. Теперь качество входных значений. Значение данных третьего полубитного сумматора. Мы имеем V1 одному равно, и U2 также равно одному. Так, здесь один, и здесь один. Вот. Значит, сумма V1 плюс U2 равно 1 плюс 1. Уходит 1, 0. U3 дальше уходит. Одному равно, В3 нулю равно. Вот У3 здесь выходит, В3 здесь выходит. Так, В3 у нас нулю равно, это передается на Е. Е нулю равно. А единица передается вот на этот блок. Объединение. Таким образом я определил Г и Е. Оба они нулю равно. Дальше, наконец, U1 у нас поступает на этот блок U1. И U3 поступает сюда. Вот объединение U1, U3 равно 0, и объединение 1 равно 1. Откуда E равно 1? Таким образом, в этом случае сумма равна на 100. То есть 1 и 0, 0. 1 и 0, 0. То есть это единица, десятка, это сотня. По обычному сложению. Итак, окончательная сумма. Генерируемый сумматор равно 1, 0, 0 двоичный. И это равно 1, 1 плюс 0, 1. Что соответствует истине? Ну, здесь мы проектировали сначала двухбитного сумматора общую схему. Потом разбирали, как они работают. Внутри двухбитного сумматора находится
Три полубедные сунатры. Первые два одновременно используются в один вещественный. По результатам первого, второго полубитного сумматора работает полубитный сумматор третий. Полученные результаты объединяются. Таким образом я определяю от значения 0, 0, 1. То есть последнее это объединение дает единицу. А последняя цифра полубитного сумматора 3 дает 0. А единица передается на следующий шаг. Вот таким алгоритмом работает полубитный сумматор и двухбитный сумматор. Так, единичный сумматор нет такого порядка. Полубитный сумматор и двухбитный сумматор. Дальше можно проектировать трехбитный сумматор, четырехбитного, пятибитного сумматора, шестибитного сумматора и семибитного сумматора. На этом процесс заканчивается. Дальше то, что это из схемы повторяется. Слово восьмибитного сумматора нет. Это что означает? Мы сейчас работаем битами, а когда подойдем к седьмой, это байт получится. С этой схемой точно так же работает чип-компьютер. Мы это глазами не видим, но схему изучаем. Байт. Сейчас чипы сами знаете, сколько там гигабайтов вы считаете. Один чип. Но на этой схеме они построены. С помощью элемента кремний. Свойство элемента кремния – это фотоэффективность. Сначала вот такие же схемы нарисуются и туда фотографируются. Когда химический работку пройдет, то, что лишнее остается, то, что рисунок, они остаются на пластинке. По ней допускаются вот заряды. Таким образом собирает чип. Ну, чтобы рассмотреть эту схему, вам надо пройти все темы дискретной математики. Так, вопросы ко мне? Лекция я закончил. Сейчас через 10 минут уходим. На практику будем проектировать. Такой же сумматор дальше. Через сколько минут заходить? Через 10 минут. Без 10. 5. Хорошо.